Всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Эмеральд, и сегодня мы проходим новую карту, хоррор-карту, которая называется «Галлюцинация ужасов», ребят. Карта сделана на одного игрока, также тут и вот табличка «Не судите строго», это моя первая хоррор-карта с хоррором. На самом деле, эта карта довольно-таки красивая, судя по скриншотам, которые я видел на сайте, где скачал эту карту. Кстати, ссылка будет в описании, если что, друг. Если кто-то захочет пройти ее, тоже. Карта маленькая, со сценарием. Чтобы начать игру, нажмите кнопку, что логично. Играть честно, не читерить, не искать пределы карты. Следовать, пишите, в смысле, не искать пределы карты, они есть, что ли? Ладно. Сделаю вид, что так и должно быть. Тут у нас лампочка, ладно, давайте начнем, пожалуй, не будем тянуть время особо. Так, о, что? Изменился блок. О, ребят, что-то все темнеет. Так, это уже понятно, непонятно. Понятно, что ничего не понятно. Так, что-то все меняется, не знаю, преобразовывается. Это какой-то, не знаю, вирус, что ли? Уже что, вирус, что ли? Какой-то все... Черт, что-то все потемнело, мне что-то стрёмно. Так, иди к белому свету. А где он? А, вон он. Так, ладно, ну пойдемте, что ли. Раз нам так говорят, значит так надо, по сути. Окей, я буду идти, пожалуй. Что? Не умирай! Ваш игровой режим изменен на режим приключений. Господи, что это было? Очнись, не умирай. А, окей, я где-то появился. Это какая-то... Что за звуки, черт возьми? Это я наступил на плиту. Так, мы оказались в какой-то непонятной комнате. Судя по всему, больничной палате. Тут есть верстак, наковальня. Не знаю, что делать наковальня над кроватью. Видимо, так удобно где-то в каких-то отдельных странах. Может быть, вполне. Так, тут у нас, судя по всему, местный интерьер, зеркало и... воронка. Это, по сути, можно сказать, вместо умывальника, что ли. Ну, я думаю, так. Так, тут у нас куча всякого шмота разного. Давайте это заберем, я думаю, это нам пригодится. По-любому должно уже пригодиться. Так, это у нас нагрудник. Короче, одежда такая местная, да. Информация. Давайте почитаем информацию. Так, вы были в коме 2 года. Нифига себе, как я только вышел из нее. Четыре дня назад врачи не заходили в вашу комнату, не наблюдали. Черт, такие безответственные врачи, не знаю, где такие вообще существуют, но хотя, знаете, существуют такие врачи, но не об этом речь. Вы чуть не попали в рай, и еще немного, и вы бы умерли, ну, то понятно. Ваше сознание разбудило вас, вам плохо, и у вас галлюцинации, слабость. Ну, конечно, 2 года в коме, а какой, что, прилив энергии, что ли, должен быть? Вы в большой опасности, попробуйте найти лекарство и избавиться от галлюнов в вашей голове, иначе вы сойдете с ума. Окей. Загадкой остается больница. Почему вас бросили? Что все это время случилось в этом здании? Найдите информацию в больнице. Окей. Ладно. Судя по всему, мы находимся в типичной бесплатной больнице, раз уж такие тут безответственные врачи, по сути. И, судя по всему, это еще и какая-то, не знаю, необычная больница, потому что, не знаю, в каких нормальных больницах врачи не будут посещать своих пациентов 4 дня. Это, по-моему, ненормально. Так, ладно, зайдемте-ка сюда. Сундук, кость. Так, значит, пузырек воды, зелье, моментальный урон, трава, огненный порошок. Что-то тут-то как-то... видимо, это какие-то местные медикаменты или что-то такое, не знаю, кто вообще пьет огненный порошок в качестве лекарства. Но это же Майнкрафт, тут все возможно. Ладно. Что же, по сути, та же самая палата, только тут другие шмотки в инвентаре. Так, тут еще есть небольшой шкафчик с книжками. Так, и почему-то дверь закрылась, и это непонятно мне на самом деле. Так, окей. О, это походу так выглядит двор больницы или что-то такое, не знаю, только траву видно и все. Тут вообще на самом деле довольно-таки темно. О, выход, как я его сразу не заметил, но, ребят, я же невнимательный, его не сразу заметил. Так, а тут нету почему-то. Что? Ой, черт, что за низкий бас у меня в ушах? Это типа сердцебиение? Ну ладно. Так, тут какие-то картины, хоть бы скример не вылез никакой, знаете, а тут покупают... Господи! Голова чья-то, офигеть. Что тут делает она? Ладно. Тут вообще ничего нет, странно. Так, тут у нас завявшие цветы. Так, и... Черт, закрыто, нужно попробовать как-то выбраться. Чё? Что это, кто-то сломал стекло? Вот я о том же, нужно подняться на второй этаж.
Окей, попробуем. Так, надо найти лестницу, судя по всему, или лифт какой-нибудь. Так, ладно. Давайте попробуем найти. Так. Так, ребят. Значит, куда же нам идти? Нормально так. Пусть так и остается. Так. О, бумага. Правда, бумага бесполезная, тут ничего не написано. Поэтому, может, по кровяным следам идти, по законам жанра хорроров? Ну, пока что мы ни на что особо не натолкнулись. Так, что это такое? А, голова скелета и сушителя. Ну, понятное дело. Так, окей. Идем себе спокойно. Так, что это такое? Я это пропустил. А, о, господи, что это такое? А, это туалет, что ли? Ой. А еще думаю, что персонажа так тошнит начало. Ай, стоп, это не туалет, это душ? Или это просто туалет прорвало? Сверху где-то. Ну что, такое бывает. На самом деле, на туалет похоже, но не знаю. То ли это душ, то ли туалет, не знаю. Ладно, я не знаю, вредно ли это, но попробую это сделать. Окей. Это не особо ни к чему не привело. Ладно, идемте дальше. Тут у нас есть лесенка. Лестница в небо. Так, окей. Да когда же ты тошнить перестанешь? А, через 10 секунд. Ладно. Тут ничего вообще нет, ничего не видно, ребята, вообще. Так, мне все страшнее, ребят, становится, потому что тут как-то... Вообще как-то, не знаю, какая-то клаустрофобия. Тут очень маленькие помещения. Библиотека. Я не знаю, что в больницах делает библиотека, но, может быть, это какая-то приватная больница, где есть библиотека. Или, может быть, это вообще школьный медпункт, не знаю. Хотя на школьный медпункт это не похоже, но, ребят, в какой больнице бывают библиотеки? Я, конечно, не был в больницах, но... Тем не менее, по-моему, там библиотек не бывает. Но разве что... Маленькие, и то узкоспециализированные. Ну ладно, раз уж она тут есть, значит она тут имеет какой-то, ну, какой-то смысл. А то просто так же она тут быть не может, верно? Верно. Так, окей. Давайте искать. Так. Ну, мы ничего тут не нашли, поэтому, по сути, можно считать это место бесполезным. Так, ладно. Так, ой, черт, что это? А, я подумал, уже крипер. Это просто манекен. Окей, я его, пожалуй, раздену. Были его вещи, стали моими. Что не снимается? А, в принципе, мне не нравится эта одежда, я ее верну обратно. Так, тут у нас картина. О, проигрыватель. Эндерстук. Что? Что это было? А, это так он открывается, типа. Ладно. Я пока что сюда ничего не хочу ложить, поэтому пусть он так себе лежит. Там ничего нету. Не знаю, ребят, куда нас ведут вообще. О! Ребят, смотрите, выломали окно. Понятно теперь, где это было. Ну вот, ребят, вот что нелогично, ребят. Как персонаж мог услышать это, если это находилось на втором этаже? На втором. Не на первом даже, а на втором. Так, и что, мне теперь прыгать, что ли, сюда? Ладно, допустим. Ай! Так, было больно, наверное, вот эта дорога. Нужно идти быстрее. Странно, как я только ногу не сломал, выпрыгнув со второго этажа. Но, тем не менее, будем считать, что нам повезло. Так, окей, идем дальше. Так, ну, тупо лес. Обычный лес, ничего тут нет такого. Херобрин жжет за гейм... Чё? Привет. Привет. Чёрт, ты где? Чёрт, ребят. Вижу, что тебе очень плохо. Ребят, это, конечно, старая история с Херобрином, но, тем не менее, я не знал, что он достанет меня спустя столько лет. Чёрт. Ничего, скоро умрешь. Нет! Может, я сразу тебя убью? Нет, не надо, не убивай меня, скотина. Нет, нет, прошу. Нет, уходи. Черт. Пока что живи, я придумаю тебе смерть похуже. Да пошел ты нафиг, Херобрин, со своей смертью. Я убегу от тебя. Так, мне куда-то надо бежать. По-любому, потому что просто так ничего не бывает. Так, бежим. Просто бежим. А куда бежать-то? Я не могу понять, куда бежать. Вообще не понимаю, куда мне бежать-то. Черт. Ребят, куда бежать? Я не знаю. Не понимаю. Так, судя по всему... Так, ага, это край карты. Окей, а куда же мне бежать-то? По сюжету мне куда-то нужно бежать. Это же не может быть концом. Так, окей. Давайте разберемся. У меня тут слепота бесконечная, я ничего не вижу вообще. Господи, куда же мне идти-то? Ладно, я, пожалуй, разберусь.
Так, ребят, походу я нашел, куда надо идти. Оказывается, надо было идти по вот этому подзолу. Я сразу не догадался, потому что немножко сливается с землей. Где-то тут курица, на самом деле. О, яйцо, прикольно. Я его выкину, пожалуй. Так, тут у нас есть бревно, вот такое бревно. И по нему, видимо, мне нужно было перейти. Я это сделал как раз. Что ж, дорогие друзья, посмотрим, что... Я слежу за тобой. Так, Херобрин, не пугай меня. Ты и так уже заезженная тема, поэтому я тебя ни капельки не боюсь. И я даже посмеялся бы над тобой. Это что еще за бегущий лабиринт Е2? Я не понял. Какой-то лабиринт, не знаю. Или... Господи! Ой, уйди! Пошел отсюда нафиг! Уйди! Господи. Черт. Зараза, напугал скелет. А это даже не лабиринт был. Ладно. Ладно, ладно, молчу. Так, опа, что-то домик какой-то. Так, дом доктора Шепникова. Так, окей. В принципе, нормально, что. Так, окей, что тут у нас есть? А, так, что у нас? Печка. Печка. А что тут? О, зачарование. Ну, господи, тут куча плееров, и нету ни одного диска, чтобы послушать. Так, как, знаете, стрёмно как-то без звука. Точнее, не без звука, а без музыки. Я привык все под музыку делать. Так, окей. А что тут у нас? Ну вот это вот баги какие-то, прорисовки, я луну какую-то вижу, не знаю, какие-то звезды, или это нормально вообще? А, стоп. Это что, реально нормально? Я что, реально вышел на крышу? Это что, крыша? Ребята, это какой-то странный дом, мне кажется, потому что если тут крыша такая непонятная, ладно, 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 я сделаю вид, что я туда не ходил, окей. А что же мне надо взять тогда? Давайте подумаем. Может, мне что-то вставить куда-то надо? Тут даже никаких подсказок толком нет. Давайте думать. Давайте думать. Может, я что-то пропустил там на крыше? Давайте еще раз туда вернемся. Ничего подобного, я просто не свалился. Оказывается, это надо было сделать. Окей. Добро пожаловать в туннель смерти. Ну ладно, сможешь ли ты выжить? Конечно, смогу, я же Эмеральд, я все могу. Так, окей, деревянный меч и золотое яблоко. Так, раз нам взяли меч, это значит, нам нужно придется драться с кем-то. Я уже готов с кем-нибудь драться, поэтому давайте мне толпу противников. А, о, получите, получите, получите. Я вас сейчас всех вот отпинаю здесь. Получи, получи, да получи ты. Получи, кому сказал. О, еще кто-то. Давайте, присоединяйтесь к компании, я вас всех тут сейчас ушатаю. Так, получи, получи, получи. Так, яблоко, яблоко жри! Ты не пройдешь! Нет! Нет, даже не пытайся. Даже не пытайся. Никто еще не уходил. От Эмеральда целым. Если он враждебный. О, получи. Да что же вы так стреляете там в меня? Получите. Ах вы гады. Нет, 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 нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я вам не разрешаю меня убивать. Нет-нет-нет-нет. Даже не думайте. Даже не пытайся. Даже не пытайся. А. Ну ты косой. Получи. А где твой собрат? Я его что, убил? А, нет, он там, он впилился в стенку, настолько он тупой. Да умри же ты уже, наконец. Когда ты умрешь? Ты вообще умирать сегодня планируешь? Или ты у нас бессмертный терминатор? Наконец-то. Я думал, не умрет сегодня этот гад. Ай! Черт! Черт, черт. Поглощение. Что-то меня поглощать начало уже. По-моему, ты, Херобрин, своим телекинезом меня убивает уже. Или как это называется, способность высасывания души, вампиризм, не знаю. Да умри же ты! Умри! Умри, заразина! Умри, говорю! Умри, я тебе сказал! Умирай! Умирай! Наконец-то. Не прошло и полтора года. Так, ладно. Что тут у нас? Лекарство! Есть, 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 есть! Ура! Лекарство. Фух, еле выжил. Так, ну и что дальше? Убьют нас или не убьют? Что-то я всю еду потратил. Ладно. Что-то ничего не происходит, как обычно. Ладно, давайте посмотрим. Может, мы что-то пропустили или кого-то не убили. О, слушайте, мы можем уже и бегать можем. Это круто. Мы от всего излечились, так. И у нас все нормально со зрением. Это хорошо, ребят. Так, тут есть сундук, оказывается. Я его не увидел или увидел. А, был же сундук, точно. Так, я теперь все вижу, это замечательно. Только куда мне, черт возьми, идти? Ладно, давайте все тут подробно изучим. А то, по-моему, я сейчас выгляжу глупо. Так, стоп. Это сундук-ловушка. Я это обознал по красному знаку. Что
что же мне делать-то? Эй! Эй! Эй, что делать? Алло! Есть кто? Что, мне выбраться? А ну, давайте чат посмотрим. Ну, выжил я, выжил. Что дальше? Не знаю. Не знаю, что-то странное, ребят. Ладно, давайте пойдем обратно. Может, там что-то... Какой-то проход открылся или что-то такое. Во всякий случай еще поедим, а то вдруг на нас что-то сейчас вылетит. Я тоже начал думать, что эффекты голода не дается, а на самом деле он дается. Просто я немножечко везучий. Так. Да нет же, все как и должно быть. Что-то тут не так, ребят. Что-то тут не так. Давайте, может, найдем что-нибудь, потому что... Ну не может же так просто быть все. Стоп, а может нам что-то поломать нужно? А ну. И тут все обшарили уже, по-моему, ничего тут нет. Вообще ничего. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у меня есть в инвентаре. Книга, пузырек, информация. Без эффектов. Ничего у меня нет. Что мне делать? Эй, алло, сундук. Ну ты хоть что-нибудь сделай, а? Ты меня надоел. Ну ё-моё. Я не знаю, что делать. Трава, зелье, моментальный урон. Может умереть? Я не знаю, ребят, честно. Может реально умереть? Или нет? Так, стоп. Когда в ведущей руке 1.6. Это ничего не значит. Так, ладно. Так, ладно. Давайте я, пожалуй, разберусь и продолжу. В общем-то, ребят, я тыкался во все подряд. Все тут, по-моему, обшарил. Любой, каждый пиксель этого... Этого лабиринта обшарил, не знаю, ничего не нашел. Поэтому, судя по всему, наверное, это конец карты. Потому что, даже, не знаю, мне в чате ничего, собственно, не написали. Поэтому можно считать, что карта пройдена, в принципе. И поэтому, в принципе, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте лайки, ждите новых карт. И всем пока!